Хабаровском крае водитель иномарки ночью не заметил медведя и сбил. От полученных травм животное погибло. В Карфурском районе на трассе Уссури медведь погиб под колесами Infiniti FX35. 35-летняя женщина-водитель не пострадала. Видео. Фото, УГИБД Хабаровского края. Причиненный государству ущерб обязана возместить страховая компания при наличии полиса ОСАГО у автовладелицей. ЧП случилось поздно вечером, когда заметить бегущего к шоссе зверя сложно. Столкновение произошло на огражденном участке автодороги, что в данном случае не помогло предотвратить наезд. МК в Хабаровске. Автомобиль Infiniti FX35 после столкновения, а на Камчатке к трассе Усть-Большерецк, Елизово вышла цела толпа голодных медведей, потому что на обочине вдоль дороги была рассыпана свежая рыба. Еще один пал безвременно на трассе в Рыбинском районе. Лоси на этом участке дороги в Ярославской области бегают часто, переживают автомобилисты, и советуют сделать хотя бы освещение. 18 сентября в Рыбинском районе около 20 часов 15 минут водитель иномарки сбил лоси, после чего животное оказалось еще и под колесами автобуса, который от удара съехал с трассы в кювет. Водители обоих ТС не пострадали, пассажиров в салонах не было. По мнению автолюбителей, этот участок дороги следует оборудовать предупреждающими знаками, ограждением и провести освещение, чтобы минимизировать количество ДТП с участием животных, сообщает МК в Ярославле. А в Тульской области ранее водитель в ДТП с лосем погиб на месте.